высочайшим и, самое главное, очень отзывчивая публика. В Москве публика, ну, скажем так, несколько избалована. Из Екатеринбурга. Буквально через несколько минут начнется официальная процедура взвешивания участников турнира, который организовывает RCC Boxing Promotions. Сейчас мы обсудим предстоящее событие с моим коллегой Александром Камельковым. Ну а после в прямом эфире также пообщаемся с участниками этого события. Также напоминаю, что меня зовут Екатерина Березова, и завтра в ринге у нас встречается 11 пар бойцов. Да, Катя, главным событием вечера станет поединок уральского бойца Магомеда Курбанова по прозвищу «Черный лев». Свой последний поединок Курбанов провел 8 месяцев назад, в феврале, но затем была целая история с боем за звание чемпиона мира в Марселе. Он, к сожалению, не состоялся, у Магомеда возникли определенные проблемы с визой. И вот, спустя 8 месяцев «Черный лев» снова выходит в ринг. Да. Скажи, Катя, кто его соперник? Давай расскажем про оппозицию. Оппозицию Курбанову составит Диего Чавес. Вместо ранее заявленного Чарли Наварро. Чавес, ну, по объективным причинам считается более серьезным соперником. Его рекорд 27 побед, 4 поражения и 1 ничья. Он выходил в ринг против Тимоти Брэдли. Результат этого поединка ничья. И, собственно, это единственная ничья, которая вообще состоялась и произошла в карьере Брэдли. На кону бой с Курбановым у Диего Чавеса стоит вакантный титул WBO International. Ну, уже после взвешивания Катя выйдет в прямой эфир с Магомедом, спросит его о том, что он думает по поводу этого поединка. Но интересное противостояние завтрашнего вечера не заканчивается на главном поединке. Также в ринге мы увидим Мухаммада Якубова. Он будет второй раз защищать свой титул WBC International. А также поднимется в ринг Евгений Тищенко, олимпийский чемпион. Он будет боксировать против непобежденного казахстанца Исы Акбербаева и будет впервые защищать свой пояс WBO Intercontinental. Да, если смотреть на профессиональный рекорд, опять же, этих боксеров, то разница в опыте колоссальная. У Исы 20 боев на профессиональном ринге, у Евгения Тищенко 5, но еще давайте не будем забывать про олимпийскую медаль, которая была получена в любительском спорте. И, конечно, выходить против такого опытного соперника – это большой риск для россиянина. И на многих, кстати, казахстанских порталах уже появились призывы Исе Акбербаеву отомстить за Василия Левина.
Левита, но вот все не дает покоя вот эти вот Олимпийские игры в Рио в 2016 году. Вот. Ну, а нам, зрителям, конечно же, тем интереснее будет наблюдать за предстоящим событием в ринге. Бой Тищенко Акбербаев, кстати, попал в топ-5 боев по профессиональному боксу предстоящего уикенда. Ну, возглавляет этот список, конечно же, бой Сергея Ковалева и Сауля Альвареса. Еще хотелось бы затронуть одно очень принципиальное, я бы хотела сказать, противостояние. Это поединок между двумя россиянами, Марком Урвановым и Евгением Чупраковым. Эти ребята сокомандники, тренировались у одного тренера, Андрея Напольских. Ну и по информации, так понимаю, что Андрей Напольских выйдет в ринг с Евгением Чупраковым. Стоит титул на этом бою, бой за вакантный титул, пояс WBO International. В общем, ждем, конечно, с нетерпением этот бой. Да, это должен быть очень интересный поединок, когда ставят против друг друга сокомандников. Это всегда для того, чтобы выяснить, кто из них перспективнее, понимают это и сами спортсмены. От этого состязание должно стать только яростнее и эмоциональнее. Уже после взвешивания мы также выйдем в эфир с обоими участниками этой пары и узнаем, что они думают по поводу предстоящего боя. Давай, Саша, напомним, что начало турнира завтра в 15:00 по московскому времени, в 17:00 по Екатеринбургу. Где можно смотреть? Ну, конечно, в качестве зрителя здесь, в Академии единоборств РМК, ну, или в наших официальных аккаунтах. Это сайт rccboxing.pro, YouTube-канал rccmmaandboxing, группа ВКонтакте. Также называется RCC Boxing Promotion, здесь ничего не меняется. Либо на телеканалах Матч, Боец и Бокс ТВ. Напоминаю, в 17:00 по местному времени. Завтрашний поединок отметит очень важную дату для RCC Boxing Promotions. Впервые на вечере бокса этого промоушена состоится целых 5 титульных поединков. О 4 мы с Катей вам уже рассказали. Ну а 5-й — это Игорь Адлейба и Эдди Кальминарес выйдут, чтобы сразиться за пояс WBO среди молодежи. Саша, пришло время взвешивания. Да, совсем скоро. Да, участники готовы, все уже здесь, поэтому мой коллега Александр Камельков отправляется за комментаторскую позицию, он будет комментировать для вас происходящее. Я выхожу после взвешивания в прямой эфир с участниками турнира, с боксерами главного карда. Ну и, собственно, мы передаем слово кому? Дмитрию Ракову. Дмитрию Ракову. И добрый день, уважаемые дамы и господа! Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Академии единоборств РМК в городе Екатеринбург. На официальной процедуре взвешивания предстоящего завтра турнира по профессиональному боксу, организованному промоутерской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Свердловской области, Уральского банка реконструкции и развития, а также Михеевского горно-обогатительного комбината. Дорогие друзья, организаторы приготовили для нас 11 зрелищных поединков, 5 титульных боев. Аплодисменты! Аплодисменты организаторам, которые приготовили для нас зрелищный турнир. Итак, мы начинаем взвешивание бойцов. Представляю вам первую пару турнира. Шестираундовый поединок в среднем весе до 72,6 килограммов. Встречайте бойца из России, город Барнаул, Карен Аветисян. Представили? Представили нам первого участника завтрашнего турнира по боксу, который состоится в Академии единоборств РМК. Им становится Карен Аветисян, очень опытный гейткипер. 75-400. Можно. А вот и его соперник из города Баку, Азербайджан, Хайбула Мусалов. А приехал Карен Аветисян, чтобы проверить на профпригодность уже не очень молодого, но все еще проспекта Хайбулу Мусалова. Хайбуле 28 лет. Для него это настоящий степ-ап оппозиции. 76-200. Свой предыдущий поединок Хайбула провел как раз таки на турнирах RCC против Евгения Тершукова. Состоялось это в сентябре 2019 года. И тогда техническим нокаутом победил Хайбула Мусалов. Очень опытный соперник у Хайбулы. Посмотрим. Следующий бой пройдет в суперполулегком весе до 59 килограммов. Формула боя 4 раунда по 3 минуты. Встречайте бойца из России. Город Грайворон. Станислав Предывайло.
Первый участник второй пары завтрашнего вечера бокса Станислав Придыбайло. Представляет он город Грайворона, Россия. Дебютировал в 2017 году, провел... 59 ровно. Провел 5 боев. Приветствует его соперника из Узбекистана, город Ташкент, Жавохирбек Каримов. Молодой 22-летний Жавохирбек Каримов 4 боя провел, в 3 одержал победы, 2 победы нокаутом. В 2018 году в сентябре он дебютировал. 58-900. Для Жавохирбека это уже не первый опыт встречи с серьезным оппонентом. Был у него бой с Ержаном Тургумбековым, который закончился в ничью. Дамы и господа, участники следующего поединка проведут 4-раундовый бой в полулегком весе до 57,2 килограммов. Встречайте бойца из Киргизии, город Бишкек, Дастанбек Иманказиев. Дастанбек Иманказиев сейчас поднимется на сцену. Не очень опытный спортсмен. 2 боя у него, 2 победы, 1 нокаутом. Оба боя прошли под эгидой RCC Boxing Promotions. Так что у Иманказиева будет небольшое преимущество в виде знакомой ему площадки в завтрашнем бою. А вот и его соперник, боец из России, город Челябинск, Иван Чирков. Иван Чирков, 1 бой по профессионалам, у него 1 победа. Начал он... Дорогие друзья, давайте активнее приветствовать бойцов, поддерживать их аплодисментами. Начал с боя, с победы, точнее, над Рустамом Саидовым. До этого выступал по любителям, выигрывал турниры класса А. 58-100. А также турниры заслуженного мастера спорта Айрата Хаматова в Казани и является призером спартакиады и универсиады Урала и России. Интересно, кстати, что их бой должен был состояться еще в июле в рамках RCC Boxing Promotions, но тогда был отменен, поэтому, я думаю, ждали парни встречи и завтра уже смогут выяснить отношения в ринге. Вечер бокса в Академии единоборств РМК продолжит 6-раундовый поединок в Суперболу в среднем весе до 69,9 килограмма. Встречайте бойца из города Сергиев Посад, Евгений Никитин. Евгений Никитин дебютировал в 2016 году. За это время провел уже 8 поединков, одержал 5 побед, 2 нокаутом. Располагается... 70-400. Располагается а на... А вот его соперник, боец из города Курган, Васир Тамая. Так вот, Евгений Никитин поднялся на 23-ю строчку российского рейтинга боксеров этого веса, а его соперник Вазир Тамаян на 13-й позиции находится. 70-600. Он провел больше поединков, уже 14, 11 раз одержал победы, 3 нокаутом. В крайнем бою Никитин получил травму, на протяжении года восстанавливался, так что для него поединок с Тамаяном становится первым в 2019 году. Пятая пара турнира. Поединок в полутяжелом весе до 79,4 килограмм. Формула боя 4 раунда по 3 минуты. Встречайте бойца, представляющего город Челябинск, Денис Хаматов. Денис Хаматов, 6 боев по профессионалам, 5 побед. Все его поединки прошли в Екатеринбурге на турнирах RCC. Добрался до 18-й строчки российского рейтинга в своем весе, но свой крайний бой проиграл. 80-100. Гасану Гасанову и... Его соперник, представляющий город Москва, Василий Войцеховский. И опустился на 23-е место Хаматов, а его соперник в этом году единогласным решением судей победил опытного Константина Петернова в своем дебюте. Призер чемпионатов России по боксу неоднократный. 80-500. И также Василий Войцеховский имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу.
27-ю позицию в рейтинге занимает Василий. На 4 отстает от Дениса. Дамы и господа, вечер профессионального бокса продолжит шестираундовый поединок в суперлегчайшем весе до 55,2 килограмма. Встречайте бойца из России. Город Краснодар. Андрей Федорцов. Федорцов входит в пятерку лучших. 56-200. Россиян в своем весе. Встречайте его соперника, бойца из города Исфара, Таджикистан, Асрор Вахидов. Соперником Андрея станет Асрор Вахидов. Профессиональная карьера 5 боев, 5 побед, 3 нокаута. А у Андрея Федорцова для сравнения 4 победы. 800. И только одна нокаут. Друзья, в этом поединке участвуют бойцы, которые не имеют поражения. Да, такой настоящий проспект-клэш у нас. Противостояние непобежденных бойцов. Давайте аплодисментами поддержим. Поддерживаю Асрора Вахидова из зала. Можно это слышать. Дамы и господа, следующий поединок пройдет в полусреднем весе до 66,7 килограмма. Формула боя 8 раундов по 3 минуты. Бой за вакантный титул WBO среди молодежи. Встречаем бойцов. И первый на сцену взойдет боец из города Каракас, Венесуэла, Эдди Кальминарес. Эдди Кальминарес 7 боев по профессионалам провел, в 6 одержал победу, 6 побед нокаутом. Уже 2 года выступает Эдди по профессионалам. Ну и для обоих участников этой пары это станет первым титульным боем. «66-600». Ну, интересно, что встречайте все... Встречайте его соперника, претендента на титул из города Сухум, Абхазия, Игорь Адлейба! Так вот, в отличие от Игоря Адлейба, Эдди Кальминарес все свои победы заработал досрочно, в то время как у Игоря Адлейба 8 боев, 8 побед и лишь 3 нокаута. Еще один проспект клэш у нас завтра состоится. 66-100. Как и предыдущая пара. Дорогие друзья, в этом бою также бойцы, не знающие поражений. Видим, на кону пояс. Сзади он за бойцами продемонстрирован. Титул чемпиона мира WBO среди молодежи. На кону. Дорогие друзья, главный карт турнира откроет 10-раундовый бой в суперполулегком весе до 59 килограммов. Бой за вакантный титул WBO International. Встречаем первого претендента. Бойца из города Екатеринбург, Евгений Счастливчик Гилмар Чупраков. Для Евгения Чупракова предстоящий бой — отличная возможность вернуться в топ-15 рейтинга WBO, так как выпал оттуда Евгений в результате своего поражения в титульном поединке. Летом он закрыл свое поражение досрочной победой над венесуэльцем Александром Муносом, но этого не хватило, чтобы попасть в топ-15 WBO. Еще в сентябре должна была состояться у Евгения встреча с другим, правда, молодым проспектом уральским, с Никитиным. Но вот сейчас с Марком Урвановым встретится на этот раз. С одноклубником своим встретится Евгений Чупраков. 58-500.
не часто такое увидишь. А вот его соперник. Претендент на титул, представляющий город Первоуральск. Марк Канелло Урванов. А вот уточнил я, Евгений Чупраков с Никитой Кузнецовым должен был встретиться. Ну а сейчас Марк Урванов, который с Никитой Кузнецовым уже боксировал, выходит. На 4 года позже Чупракова он дебютировал, но не так давно. 58-800. Оступился в одном из поединков. Сейчас, правда, снова идет на серии из 4 побед и одной ничьей. Очень интересное, принципиальное по-настоящему противостояние двух одноклубников. Посмотрим, чем закончится выяснение отношений у этих ребят. На кону вакантный титул WBO International в этом поединке. Господа, главный карт турнира продолжит 10-раундовый бой в тяжелом весе до 90,7 килограммов. Встречайте бойца. Напоминаю, что поединок за титул WBO Intercontinental. Итак, встречайте бойца, претендента на титул из города Алматы, Казахстан, Иса Акбербаев. У Иса Акбербаева очень серьезный послужной список. 20 поединков, 20 побед, 15 из них нокаутом. Он бывший чемпион Азии по версии WBA. Также уже владел он титулом интерконтинентального чемпиона и был чемпионом мира по версии GBC. 87 ровно. С неплохим запасом уложился в рамки весовой категории Иса Акбербаев. Итак, встречайте чемпион WBO Интерконтиненталь, представляющий город Екатеринбург, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Евгений Тищенко. Очень тепло встречает зал Евгения Тищенко. Дебютировал он в 2018 году, провел уже 5 поединков, все 5 выиграл, 3 нокаутом, в том числе, кстати, выступал в США. На данный момент Евгений занимает 11-ю строчку в рейтинге WBO и 14-ю IBF. 900. Не так давно Евгений участвовал в тренировочном лагере Тайсона Фьюри и помогал ему готовиться к поединку с Отто Валленом. Это значит, что Евгения заметили на международной арене, и это неплохой уровень подготовки. Посмотрим, как это отразится на бою против Иса Акбербаева. Настоящий нокаутер противостоит Евгению Тищенко. Очень интересный бой. Еще один проспект клэш в рамках этого вечера. На этот раз за титул WBO Интерконтиненталь. Впервые будет защищать свой пояс Евгений. И в этом бою тоже бойцы не знают поражений. Итак, 10-й бой нашего турнира. 12-раундовый поединок в суперполулегком весе до 59 килограммов. Бой за титул WBC International. Встречайте претендента на титул из Мексики, город Мехикали, Абрахам Монтойя. Абрахам Монтойя поднимается на сцену. 20 поединков, 18 побед, 1 поражение, 1 ничья. 13 побед нокаутом. Дебютировал Абрахам в 2014 году, тогда победил техническим нокаутом, но уже во второй встрече проиграл, кстати, раздельным решением судей, близкий был бой. Но эта неудача его не смутила, сейчас он идет на серии из 17 побед,
Свой первый титульный бой Абрахам провел 1.5 года назад. Тогда завоевал региональный пояс, а уже через полгода стал чемпионом своей страны. Учитывая уровень бокса в Мексике, это очень серьезно. Вот сейчас с флагом выходит Абрахам Монтойя. Вышел он, кстати, на замену вместо кубинца Пабло Висенте. Дамы и господа, приветствуйте чемпион WBC International из города Санкт-Петербург Мухаммад Якубов! Ну и выходит на сцену чемпион Мухаммад Якубов. 14 поединков, 14 побед, 9 нокаутом. Это уже вторая защита титула для Мухаммада. Он входит в топ-15 WBC, IBF и WBO по миру. Ну и в случае победы над мексиканцем сможет войти в десятку и приблизиться к 58-600. Бою за титул полноценного чемпиона мира WBC. На 32 строчки в рейтинге обгоняет своего соперника Мухаммад Якубов. Но чуть меньше провел поединков, однако оба боксера опытные спортсмены. Нельзя их назвать новичками в этом деле. Дорогие друзья, завершает главный карт турнира. 12-раундовый бой в суперполусреднем весе до 69,9 килограммов. Бой за вакантный титул WBO International. Встречайте бойца из Аргентины, претендента на титул из города Сан-Мигель, Диего Габриэль Чавес. Диего Габриэль Чавес, участник главной пары, также выходит на замену. Изначально соперником Магомеда Курбанова должен был стать Чарли Наварро, но если посудить объективно, Диего Габриэль Чавес даже поопаснее как соперник. Он провел уже 32 профессиональных боя, 27 побед, 4 поражения, 1 ничья, из 27 побед 23 нокаутом. 3 года он был чемпионом Латинской Америки по версии WBO. За это время добирался до первой строчки рейтинга и становился чемпионом. 69-300. Становился чемпионом мира по версии WBA. Его соперник из России, представляющий город Екатеринбург, Магомед Курбанов. Итак, хорошо знакомый уральской публике боксер Магомед Курбанов по прозвищу Черный Лев. 17 побед в 17 поединках, 11 нокаутом. Для Курбанова эта встреча настоящий вызов. Соперников такого уровня и опыта у него в карьере еще не было. У Курбанова получился вынужденный простой 8 месяцев, который был связан с отменой боя за титул чемпиона мира WBA. Но его соперник, кстати, в 2019 году еще не боксировал. 69-900. Это будет очень интересный бой. Стоят друг другу соперники. Оба очень бьющие, опасные, техничные, умные боксеры. Это вряд ли получится мексиканская рубка, но от этого бой не менее интересный. Интересно, кстати, в мировом рейтинге Курбанов обходит своего соперника на 26 позиций. Но нужно опять же учитывать, что в 2019 году Диего Чавес еще не боксировал. Традиционная процедура face-to-face, и уже завтра эти парни встретятся в ринге. Главное событие вечера. Магомед Курбанов, Диего Чавес. Российско-аргентинское противостояние.
Дорогие друзья, без сомнения, завтра нас ждет очень зрелищный турнир. Напоминаю, Академия единоборств РМК, начало в 17:00. Просьба не опаздывать. До свидания, друзья. Друзья, Евгений Чехов, счастливчик Гилмор сейчас с нами в прямом эфире. Жень, здравствуй. Здравствуйте. Конечно же, обсуждаем твой предстоящий поединок. Когда узнал имя своего соперника, какие мысли были в тот момент? Ну, мысли такие, что все-таки в чем-то неприятного со своим, так сказать... сокомандником. Сокомандником, да. Ну, мы боксировать, что сделаешь? Это спорт, это бокс. Ну, ты прекрасно знаешь Марка как соперника, вы с ним спарринговались и не раз. Вот это будет тебе помогать в ринге или наоборот, это будет мешать в какой-то степени? Кать, тут даже не знаю, как оценить, то есть, может быть, помогать, может быть, наоборот, вредить, бой покажет. Вот даже сейчас, после взвешивания, вы сидите рядом, практически за одним столом. Но вот между вами вот сейчас какие отношения? Они же были дружеские вообще всегда так-то. Вот сейчас какие взаимоотношения у вас? Они остаются дружескими. Просто есть спорт, бой, это уже отдельный разговор. А дружба всегда была и есть. Нормально. Урванов, опасный для тебя соперник? Естественно, опасный. Какие стороны у него самые опасные? Чем он неудобен для тебя? Скажу так, он просто сам по себе такой неудобный, мне так кажется. Вот и все. Немногословный Евгений Чепраков, но я думаю, что, Жень, спасибо, что ты уделил нам время. Мы тебя отпускаем отдохнуть и прийти в хорошее расположение перед завтрашним поединком. Друзья, Евгений Чепраков с нами. Спасибо, Жень. Благодарю. You established the framework by yourself. Be stronger. Step outside of your comfort zone. Go. Make a promise to yourself. Keep it. Create a goal. Pursue the goal. Don't fall victim to excuses. Go beyond. Synchronize yourself with sports. Оглянись. Ко мне, Марк, привет. Добрый день. Конечно, обсуждаем предстоящий поединок. Завтра ты выходишь в ринг против Жени Чупракова, но еще и с ним в углу будет Андрей Напольских, тренер, с которым ты, ну, под чьим руководством ты работал. Это для тебя сложность в эмоциональном плане, в психологическом? Да, никакой сложности вообще нету. У меня есть свой тренер. Мы подошли к бою в очень хорошей форме. В такой форме я еще ни разу вообще в жизни не был. Я классно сделал вес. И надеюсь, что завтра в ринге я буду вообще великолепен. Ваши дружеские отношения, я так понимаю, не мешают хорошо готовиться к этому бою. Не было желания отказаться от боя с Чупраковым? Так нет, такого не было. Я к этому нормально отношусь, да, немножко где-то неприятно. Но это же индивидуальный вид спорта, куда деваться. Угу. Поэтому придется... сражаться. Но ты же понимаешь, что вас не случайно сводят, что вы боксеры одной команды, что не случайно сводят и результат покажет, наверное, да, кто более перспективный, так выходит. Как ты к этому относишься? Я уверен в себе и нету больше никаких других мыслей. Но тебя частенько вот так вот сводят с российскими боксерами, да, вот вспомним Никиту Кузнецова. Да, как будто больше не с кем боксировать. А Женя Чупраков, вообще с российскими представителями бокс, каково выходит в ринг? Ну, конечно, проще выходить с иностранцем каким-нибудь, да, чем со своим. Тем более не просто своим, а с которым ты постоянно встречаешься, видишься там на спаррингах. Ну, такая вот у меня участь. Вот, я не понимаю, что им нужно от меня все. Но Чупраков все-таки по рейтингам более топовый боксер. Да. И в случае, если ты его проходишь, то дальше? Дальше я очень высоко поднимусь, и есть вероятность выйти вообще за титул чемпиона мира. Дай бог, у нас большие цели. Спасибо тебе за интервью. Марк, увидимся завтра. Все, спасибо, пока. Марк Урванов был с нами в прямом эфире. Маленькая пауза, и возвращаемся с Магомедом Курбановым. Оглянись. Видишь, вокруг никого.
только ты, наедине с самим собой. Боишься проиграть? Игра — это жизнь, в которой нет победителей и нет проигравших. Каждый ведет свою битву, о которой не знает никто. Выигрывая битву с самим собой, не бойся быть сломленным. Без проигрыша нет победы. Без тебя нет жизни. Подними голову, расправь плечи и борись. Главное, твой поединок уже идет. Здесь и сейчас. Побеждай вместе с RCC Sport. Магомед, ну ты хоть улыбаться начал немного. Перекусил быстренько после взвешивания? Да, перекусил, съел банан, немножко воды попил. А так, всегда так бывает перед весогонкой, как бы перед взвешиванием. За 5 минут одно настроение, а после 5 минут после взвешивания другое настроение. Сколько гонял? Ну, где-то 12 килограмм я убрал. Сумасшедшие цифры для меня. Магомед, давай обсудим твой предстоящий поединок. Согласно сайту BoxRec, твой последний поединок числится за феврале 2019 года. Достаточно длительный промежуток. Было много подготовок у тебя, да, в том числе к чемпионскому бою. Как ты себя чувствуешь перед завтрашним боем? Замечательно себя чувствую, и все те подготовки, которые у меня были, они пошли мне только в пользу. И нету никакого там перерыва там, или что-то еще. Я оставался профессионалом все это время, и я готов драться за титул. Без разницы, какой перерыв. Хоть 2 года, год профессионал, везде профессионал. Но ты говоришь, что готов драться за титул. Но опять же, да, летом была возможность биться за титул чемпиона мира. Сейчас интернациональный титул стоит. Ну, это для тебя важный момент? Для меня каждый бой важный момент. А тот бой, который у меня сорвался за чемпиона мира, я не буду сейчас говорить ситуацию, какая у меня там была, но ни один адекватный человек бы не согласился бы ехать с такими условиями. Так что мое решение было такого, что я не поехал. А скажи мне, пожалуйста, про своего соперника Чавеса. Серьезный соперник, серьезный оппонент. Какие, может быть, бои смотрел с его участием? Однозначно бои смотрел. Слабые стороны. В каких раундах он опасен. Как бы все равно анализ был. Но все соперники опасны. Так что мы выходим на 100% готовы и на все готовы. Ну что сейчас ты показала face-to-face? Посмотрели друг друга в глаза? Это что, просто так? Обычная процедура для тебя? Или ты что-то действительно можешь понять по сопернику? Как бы я не экстрасенс, но все равно видно в глазах человека, как он настроен. Я видно, что человек настроен на опыте разорвать молодого. Я такой настрой увидел в нем. Как бы это хорошо. Для меня это хорошо. Я люблю, когда меня хотят убить. Я наоборот становлюсь сильнее. Завтра очень плотный, очень классный карт, очень хорошее противостояние будут смотреть наши зрители, мы все вместе наблюдать за этим. Но все равно каждому боксеру хочется показать наиболее зрелищный бокс, наиболее зрелищный бой, чтобы отметили зрители, каким образом ты будешь вот выделяться, да, скажем так, среди остальных классных боксеров и боев. Ну, в первую очередь, у меня главный бой вечера, как бы, конечно же, до меня есть тоже интересные бои. Ой, почти все 5 боев титульных отнесли, интересные. И для меня это время ожидания тоже как бы такое утомленное будет, нехорошее все равно. Но, по крайней мере, я буду сосредоточиваться на своем бою и болеть за своих ребят. Как бы все равно буду переживать, чтобы наши выиграли. И все было замечательно. И к яркой концовке всегда побеждает. Магомед, спасибо тебе большое, что ты с нами. Друзья, напоминаю, что завтра в 15:00 по Москве, в 17:00 начало классного турнира по профессиональному боксу здесь, в Екатеринбурге, на площадке Академии единоборств РМК. С вами была Екатерина Березовая. Увидимся завтра. Магомед. Спасибо.